сорт острого перца Тринидад Маругаш Скорпион Шоколад. Этот персик относится к виду Capsicum chinense. Это сверхострые сорта. Острота вот такого перчика от 1 200 000 на 2 миллионов скобелей. Этот сорт в 2012 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. Это высокоурожайный перчик. У него перцы очень-очень крупные. Посмотрите на размер этих перчиков. Вот такие вот. Насколько они крупные. Очень-очень крупный. Срок созревания такого перца от 120 дней. Высевать на рассадове лучше где-то с 20 чисел января. Вот он. Крупный, весь морщинистый. Вкус у этого перца фруктовый. Небольшой ноткой хабанера. Очень и очень острый. Срок созревания такого перчика от 120 дней. Сейчас середина сентября. Вот. Перчик уже практически, можно сказать, вызрел. Вот посмотрите, он с такими носами. Вот. Созревает он от светло-зеленого, то есть от темно-зеленого, вот такого вот. И потихоньку-потихоньку превращается в шоколадный. Вот такой красивый перец. Высота такого перчика может, я же говорил, достигать 1 метра. Если в теплице выращивать, он может до 1 30 м доходить высотой. Его можно выращивать и в комнатных условиях. Он будет где-то 60 см, не выше. Очень высокоурожайный, очень большое количество на нем перцев. Очень-очень крупные перчики. Я взял 5 перчиков в руку, вот они еле поместились. Видите, какой у них цвет. Сначала светлый, потом становится такого шоколадного, а потом аж почти черный. Такая вот красота.